Туда. Можешь взять тебе камеру? Да, он залез, можешь слезть, там не бойся, все слезь. Вот камера для воды. И сделали вот такой змеевик для подогрева воды. Вот такие взвеси, частицы по глине попадаются. И сейчас будут его утяжелять для того, чтобы он не всплывал. Вот, и вот так выглядит сам ангар, комплекс, где 1,2 гектара теплиц. Так, а вот датчики наполнения, сколько есть здесь воды. Когда она, когда она подходит, вот где он там поставил, значит, выключается одна скважина, ну то есть уже набирается медленней, и потом она, чтобы отключалась, чтобы не было перелива. Вот, ага, то есть, вот таким вот. То есть она уже идет 15 кубов в час, ну то есть вверх он уже догоняет это самое, как бы кран. И они говорят, что это должно работать в автомате. Мы, поскольку мы его набирали всего один раз, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но идея правильная. Как она... Ну, подогрев поставили тоже за сутки. Это электрокотел здесь стоит, да? Да, электрокотел. А на сколько он киловатт? Как он? Значит, не знаю, это Серега, значит, знает. Но за сутки он догрел до 20 ватт. А, вот, это 36 киловатт получается, да? Значит, за сутки он до 20 градусов воду нагрелся скважиной. То есть, в принципе, нормально. Ага. Вижу, расширительный бак вообще какой-то очень маленький. Ну, это могу я. За сутки нагреть, да? Да, за сутки нагреть. Ага. Так, а сверху крышка есть будет, еще? Будет, вот она, смотри, сзади тебя. Ага, вот она, да. Они потом ее сняли, потом это что-то. Ну, это чтобы не было водорослей. Ну это да, щит, да. Чтоб сюда. Фильтры поставить. А на мексер тогда посмотрим. Угу. Если что, картриджи на 20, на 25 микрон тонкой очистки вот здесь на выходе при собачьем. Угу. Мы здесь не нашли, надо это самое, на рынке вот. Ну такие мощные только, чтобы оно хватало на миксер, то есть производительность кубатуру где-то до 20 кубов, значит, ну если миксер 18 кубов, на 18 кубов. Они на неделю их хватает из практики, неделю, дней 10, это вообще уже поступает на миксер, вообще чистая вода. Все это. Там мы грубая чистка, циклоны и этими дисками, а здесь еще тонкая чистка, вот эти уже... Это надо будет эти чек-листы сделать или сервисную книгу, чтобы они... Пекло, там оно есть и там повыбивало. Ну, сейчас они его закрыли, ага. Потому что пробегали, там прямо лужи стояли. Да, ну, он видно, вот это вот все при надутой пленке, оно не должно быть. Когда, ладно, когда она сдутая пленка, еще дно допускается. Когда, когда надутая, она же должна быть барабан. Подтягивать, то есть, да. Это уже дефекты натяжки пленки, монтажа пленки. Ну... При низкой температуре, да, то, что... Это не конденсат, это дождь. Конденсата столько не бывает. Здесь чем опасно? Здесь еще дырку заделать надо будет, он в какую теплицу, напротив там зайдем, там видно выбито. То есть, если будет течь еще дырки здесь, а там он есть такой, это будет выбивать рассаду. Ну да, да. И потом болезни. А я тебя сбрасывал, значит. А там что-то с одной стороны. А там оторвано или что? Видно, как-то оно где? Висит сетка москитная. А нет, это форточки открываются. Они просто запасом идут, они вверх открываются. Ну, это надо проверять все. По штуке или три мы купили. Нам надо еще это самое взять. Десяток возьмешь. Ну, Султан это купит, мы видели. Здесь. Тут вижу что-то в... Он побитый, да? Этот? Плюс еще по поливу, поскольку ж воды нету. Так, машинка пассивная. Смотри, здесь это самое, я думаю, загрузить, распечатать на нее мануал. Ага. Перевести ее, да? Нет, он переведен. А, переведен. Мне его сбросили, надо распечатать. На все, кстати, оборудование надо будет распечатать. Ага. На книги, все эти самые инструкции надо будет читать. Значит, ну, здесь загружается, смотри, тюк вот этот большой. Ага. Торт, кстати, очень хорошо выглядит. Платформа, да? Да, ну, сейчас ее приподняли, мы ее дергали. Ну, вот сюда он завезся. И дальше она поднимается и грызется тоже. Ага. После того, как он там погрызся, есть вот там система автоматики, да, оно засыпается сюда.
Здесь оно еще, видишь, нам говорили, что нет. Нет, такие есть перемешка. Ага, перемешка вот есть. Она, есть она, да. Сюда же можно и сыпануть какое-то там типа триходермина. В принципе, можно, да. Угу. Сюда можно. Даже увлажнение, значит, есть, если надо, дополнительное увлажнение есть. Так. А надо с дозатором идет увлажнение или нет? Ну, я не знаю, там что-то, это, по-моему, по времени, я еще не разбирался с этим, надо книжку вот у меня сбросить. Угу. Здесь оно еще перемешивается. Дальше это сидится в бункер. Здесь стоят тоже уровни датчика, которые отключают ее автоматически, когда она насыпалась, да, но они еще регулируются, это значит пересыпалась, он выключается, чтобы лишнего не рассыпалось. Угу. Ну и после этого идет на посев. Подачи чего нету, подачи кассет. Вот здесь вот посмотрим людей. Еще я говорил, хвоста и гривы. И приемки. В общем, тут человек быстро ставит, набрасывает. Человек эти кассеты, как оно будет, надо смотреть. Почему вот где-то на 17 число пробный посев, значит, планируем здесь. Насколько это будет задерживать, потому что у собственника, у них в голове отложилась цифра, которую сказали итальянцы, что у нее производительность 600 кассет. 600 кассет? Час. Да. Но это же итальянцы дают максимальную какая скорострельность автомата, значит, плюс со всеми прибамбасами. А здесь уже этого нету, значит, она априори уже столько не будет. Сколько будет, не буду загадывать. Так, а это что за бак? А вот это они даже не знают, это что-то бочка, для чего бочка для жидкости. К этой, может, они подводят увлажнителю? Сюда. Кстати, Вадим Петрович, можно опять? К увлажнителю, может? Значит, смотрите. Вот здесь надо будет ребятам подсказать. Вот они воды, это запасом. Вот здесь все регулируется. Так, тут фильтр стоит. Сам регуляция самой машины, щетки. Так. И сам высевающий барабан. Перелет. И там тоже человек должен. Я думаю, он справится. Это вот пошел дождь, да? И вот здесь он глянем, сколько воды, стекло. Вот, и оно же выбивает. Да, вот места будут, где будет выбивать. Это здесь уже ж ничего не будет, оно же выбито будет все. Они да. Еще и тут окурки, тут. Ну, то уже это дезинфекция, да, мы. Сейчас сказать еще, ребята, теплый тех, на их увезли. Сейчас сделаем. Дайте. Вот султану. Я завину султану штат. Так, а тут еще не зацементировали ничего, да? Тоже. Ну что, штраф? Душевная яма. Здесь просто дырка, наверное, здесь не просто. Да, тут конкретно вот сантиметров 15 выбило. Да. Вот, глянь, вот так, а, это может когда крючки там цепляли, оно. Ничего здесь, это я и приехал в таком же виде. Как только дождь, вот смотри, там он выбивает у меня вот. В принципе, сейчас вот накрыли, потому что когда накрыли, вот этой пленкой, что белой, да, агроволокно. Оно точно такое же было, он и в четвертой теплице там его закрыли. Они даже мужики, которые работали, рабочие, они прибегали. Значит, что нам делать? Я вам даю это самое два раза. Вон вода стоит, ничего. Это ж вода ж не отпалила. Ну да, да. Воды еще нет здесь. И это здесь он уже разровняли. То есть вот такие вещи. Вещи такое. Это дефекты уже монтажа пленки, натяжка пленки, неправильный монтаж, ну то есть при низкой температуре, тогда уже был минус. Тогда догнали, и теперь вот такое вот она. И вон тоже вода вон стоит. Вон тоже. Вода стоит, да. У нас никуда
Вот видно. Пятно. Здесь он уже его закапывали. Вот эта вода все. То есть это же вода не от полива, а сейчас дожди весной. Угу. И вот такое будет видно рассадили. И что у нас будет, гляд, сколько выпадает. Ну да, да, это получается, да? Что тут процентов 10 выбьет кассет, ну, потом. Процентов 10, не 10, но 7% там, есть, там. Да, это самое. Ну, там не везде забетонировали, так. Пошли холода, снега. Вот здесь не забетонировано, да, и плюс нет. Ну, там... Нет рейки для фиксации. Так, а вот это... Здесь есть электрик, они же взяли какого-то Сергея. Ну так, ну если Сергей, это самое, это его если спросит, он скажет, надо сделать, а я что это надо, я говорю. Как вы думаете, для перемешивания хватит? Ну, не знаю, проверим. А продуктивность какая, не давали тоже? Что как? Не знаю. Будем, сколько кубов оно? Будем проверять. А они есть снятые или все не, уже все, там? Все установлены. Смонтированы. Надо будет узнать. Второе. Там стоит радиация, стоит скорость направления ветром. Так, метеостанция. Но датчик надо проверить, по комплектации был он там, температуры не был, значит, датчик. Так, направление ветра есть, радиации есть, по осадкам не знаем, да, посмотрим. Да, поэтому, когда он подключит это к компьютеру, там хоть оно будет видно, он есть или нет, а механически он присутствует. И вот по поводу крепления вот землей. Забросили. Ну тут бы, конечно, было бы, чтобы фиксирующая планка была и скобы проволочные, чтобы оно держало нормально. Ну и плюс пупырыстая пленка, которая вот такую рейку сюда же вниз, чтобы была. Так, вот здесь двери. Что там, как, нормально здесь? Ты ж на поле или на теплице? На поле. На поле. Скучаешь? Хорошо. Уже вот не натянуто так, как надо. Так, москитка, проветривание. Здесь вот двери. Выходы есть тоже, оно что-то болтается, надо на более таких высоких, жестких сцеплениях делать его. Так, здесь если заезжать, то тоже бетонировать, если вдруг надо будет это делать. Так, и здесь уборочка. Это типа дренажного канала, но углы здесь, я так понял, не поставили. Он уже чистый дренажный канал. Да, но султан подсуетился, потому что наполовину был мусором завален. Ага. Я сейчас сюда смотрю, он уже чистый. Не везде это самое, не деформационное. Сетку здесь поставить. Уже не сделали. Там вот заливали без деформационных шоу-шоу. Ага. Это там уже бетон пошел трещать. Будут прорезать. Ну, это болгарку надо такую конкретную какую-то диском. Да. Сейчас это уже бессмысленно. Это уже так, есть ровность, конечно, тоже бывает лучшего. Тут вот сетки поставить. А трубы. Ты ж там дыху сдвиг. Тоді будут доробляти. Переробляти. Ворота не делали. Да, да. Не путав, не ці, не сюда ворота. А на Куздвір. Тобто, як з тих не виїзд через Куздвір. І не вирівняли тут теж. Да.
Тут вода будет накапливаться. Так, это будет еще засыпаться, скорее всего. Так. А вот здесь, вот тут может быть проблема из-за того, что искры могут какие-то или что, и копать. Их обычно где-то на метров 5 выше теплицы делают. Стали что-то... Резали, но это похоже, это уже поросячий вид. Да, это уже после. Это уже сейчас уже всё. Как. Вот, уже пошел. Это уже после того, как я сказал, это не... Это, как вот это называется? Окозамыливание, да? Да, да. Это уже после, потому что не такой глубокий. Да, видно уже. Уже пошло. И видно, что вот прорезалось оно. Да. А тут уже пошло трещина. Будет дыметь, и потом теплицы горят. Вот неглубокие очень. А тут оно, вот смотрите, вообще как бы просто так. Нет, там видно же дверь идет. Тут глубже, Саша. Ага. Глубже. Тут вообще нет. Видно хорошо, вообще дверь. А тут что? Это просто вообще было. Ну, это я сделал замечание, говорит, леди в фармацию. Сейчас, говорит, сделаем. Здесь тоже. Что сделать, ты, Саша, чтобы оно подсохло? Бо зараз сюди робити, воно це тільки на грамоту. Зараз ще це просяде, звідси пойде. Треба, щоб воно підсохло. По поводу дверей, вот есть щель. Ну, сверху большая щель, снизу нет щели вообще. Они перекошены, эти двери. Значит, вот тут тоже вода скапливается. Ну, надо угол и дренаж будет просмотреть. И второе, что когда стретчем обматывать, надо будет лотки. Рассаду, когда будем возить, то надо будет тоже такая платформа, которая крутится, чтобы удобно было стретчем работать. Так, вот здесь можно флагшток Кыргызстана и гостей флаг. Так. Это здесь фильтростанция будет. Ага. Потому что туда ни хрена не влазит. Угу. Вот сейчас оно застынет, они фундамент не выложит. Ну, такая же хрень, угу. Такую же будку, чтобы сюда фильтра он там нашел. Где так телег. Угу. А сюда даже и 5 так, можно будет. Дальше пройдет, увидите тут литр. Пусть сюда посмотрят. Ага, это...